Это средство удобрения для травы и против сорняков. К сожалению, ничего не помогло. И я теперь сорняки немножко вручную выкапываю. Тем более вот такие у нас здесь есть. Где они вам показать? Вот эти вот. Они еще и колючие. Если на них наступишь, очень неприятно. Вот такое ведро я уже накопала. И здесь еще очень много одуванчиков выкапывать придется. Второе ведро готово. Не надоело. Я завтра поеду и куплю что-нибудь, чтобы на них брызгать. Junge, der war bei dir. Ja, es war. Wieso geht denn das nicht? Du bist schlecht. Ja. Was ist denn? Gar nichts. Was ist denn? Oh. Ja, was ist denn los? Gesund? Was? Wie soll ich so schlagen? Ich kann nur annehmen. Schon wieder, der fliegt weg von mir. Der fliegt weg. Ey. Der fliegt weg von mir. Ja, natürlich.
Мясо я сегодня сделаю просто немножко салат. И багеты мы еще тоже пожарим на гриле. Добавлю еще немножко пекинской капусты, у меня здесь нарезанные. Вот так наш ужин сегодня выглядит. Я сейчас позвонила Данилю. Он на детской площадке. Сейчас придет домой, и мы будем все кушать. Всем приятного аппетита! Ну, салат? Daniel, komm essen. Jetzt. Ich muss mein Handy aus der Tasche holen. Daniel, wieder mal halbe. Ja, stimmt schon. Halbes Steak oder hast du ein Würstchen? Würstchen und halbes. Papa dir ein halbes, ein ganzes Würstchen. Mit Soße und Parmesan. Der ist jetzt platt. Ja, lass doch schnell. Всем привет! У нас на обед сегодня я буду делать... У меня есть такие копченые ребрышки. Я их немножко сейчас нарежу. И еще почищу картошку, нарежу лук и брокколи. И все это я хочу потом сложить вот в эту форму. И в духовке это все потом с крышкой запекать или тушить. Как это будет правильно?
Все это я посолила, поперчила, добавила немножко оливкового масла и головку чеснока туда раздавила. И также решила добавить еще веточку розмарина. Все это у меня потом отправилось на 45 минут в духовку при 160 градусов, верхний и нижний обогрев. Вот такой обед у меня получился. Очень вкусно. Всем приятного аппетита!